Не только интересно, но и вкусно сегодня на выставке Метро Экспо 2018. Мой гость Никита Овчаров. Никита, здравствуйте. Как настроение в первую очередь? Здравствуйте, настроение прекрасное. Расскажите, какой бизнес вы сегодня представляете? Наша компания занимается производством орехов и сухофруктов. Мы импортируем их из 25 стран мира и производим собственные торговые марки сетей. Такие как вот Metro Cash & Carry у нас заказывают Fine Life, Aro, Horeca, Metro Chef и другие торговые марки. Мы сегодня разрешаем абсолютно все показывать в эфире. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками, поэтому покажите нашим телезрителям, как выглядит ваш продукт, потому что я думаю, что он многим будет очень известен. Да, это наш такой новый продукт. Это легкий перекус с собой. Это ореховый микс с крекерами. Недорогой доступный продукт, натуральный, без консервантов. Подходит даже для школьного питания свыше 3 лет. Вот теперь видно. Со вкусами чили, барбекю. Очень такая легкая, недорогая тема. Тема здорового образа жизни действительно становится очень популярной. Продиктовано ли это как-то условиями рынка, или вы для себя давно поняли, что хотите заниматься продуктами здорового питания? Да, наш продукт, его не нужно никому доказывать, что он здоровый и полезный. Орехи и сухофрукты – это уже, так скажем, последний продукт, который является натуральным происхождением. Орех часто произрастает на дереве. Единственный корнеплод, который называют орехом, это арахис, который как корнеплод растет. Остальные все миндальное дерево, фундучное дерево. Поэтому какие-то пестициды загнать в орех очень сложно. Передать его через корни, передать в плод – это практически невозможно. Поэтому данный продукт является натуральным. И мы также продвигаем рецепты с орехами и сухофруктами через свои соцсети и каналы. Рецепты от луки. Тоже можете заходить, везде набивать. Рецепты от луки всегда вкусные и полезны. Слушайте, я первое, что я сделаю после этого интервью, я подпишусь на вашу страничку, потому что приготовление с помощью сухофруктов и орехов – это действительно нестандартное, приятное и здоровое решение. Я желаю вам найти своего потребителя сегодня здесь и желаю вам хорошего бизнеса. Спасибо. Спасибо большое.